председателю Всемирного комитета организации ООНа Максу Хауи. Из-за этого света я с трудом могу кого-то видеть, а? Но, по-моему, что-то выглядит неплохо, а? Ну вот, так лучше. Yes. We are at the end. Итак, great convention. Итак, наша большая конвенция подходит к концу. Beautiful days. Это были два замечательных дня. With a fantastic ending now. И у них было фантастическое завершение. We should do that more. Надо еще разочек это сделать, а? I have that impression there are some omens here in the public. У меня есть такое впечатление, что есть пожелание публики еще, а? Isn't it? Разве нет? Yes. What can I say? Что сказать? We are also actually at the ending of our stay in America. Наше пребывание с Эрикой здесь тоже подходит к концу. Это был отличный лагерь. We trained auditors, мы обучали аудитор и супервайзеров. CS's. И КС-ов. And it's really successful. И это было по-настоящему успешно. We will come again. Мы приедем еще. Между прочим, в следующем году это будет 3 апреля. Снова на 2 недели. In this camp I will also make a dissemination seminar. И в этом лагере я буду проводить семинар по распространению. Чтобы поддержать то, что я заявил в своей лекции. I really want to bring flame of life, of true life, and others more and more. Я действительно хочу, чтобы огонь жизни на планете Земля разгорался все больше и больше. It's really something we should take responsibility for. И это то, за что нам следует взять ответственность. I do not know of many others who can. Я не знаю так уж много людей, которые еще, кроме нас, могли бы это сделать, и у кого была бы для этого технология. So again, I ask you to bring this truth we have into the society. Так что я еще раз прошу вас доносить те истины, которые у нас есть, в общество. Это необходимо, в этом нуждаются. Sometimes people do not understand it from the very beginning. Иногда люди не понимают это с самого начала. As we are told today. Как сегодня Мария говорит. She just started in Scientology work. Она просто начала в Scientology заниматься, начала работать сначала. Finally she really understood. Oh, that's her. Ну и, наконец, она поняла в какой-то момент, ой, у меня же в руках жемчужина. И мы можем сделать такой же результат с большинством людей. Поставьте их на мост. И конвенция, которая была у нас сейчас, somehow successful. It's somehow like a crown at the top of something. Достойным образом увенчиваем наше дело. It's quality, it's communication, affinity, reality, of course. Как корона, потому что у нее есть прекрасные качества, есть общение, affinity, реальность. It's not really training auditor or so, but it is showing that we are here and that we are having a fine
Это не такой инструмент, где напрямую обучаются аудиторы, но она показывает, что мы здесь, что у нас есть время. Next event we will have will be Gran Canaria. Следующее событие, которое у нас будет, это поездка на Gran Canaria. We will see quite some people there again. Мы снова увидим там довольно много наших друзей. I'm looking forward to this event. И я уже предвкушаю это событие. It's again some part, some responsibility we take. Это опять знаменует собой определенную ответственность, которую мы на себя берем. Yes. Let's do that. И что ж, давайте это сделаем. Затем снова будет проходить конвенция. Здесь, в России, следующая конвенция будет через 2 года. Может быть, на ней будет еще 2 венчания, а может быть, 4 венчания. Кто знает? Но следующая конвенция будет в Европе. Еще пока не решили, будет ли она в Германии или в Швейцарии. One of those two countries. Но, может быть, в одной из этих 2 стран. You will hear about that soon. Вы, безусловно, услышите об этом. Good. Now we are coming to the big step of thinking. Хорошо. Сейчас мы подошли к большому шагу, когда мы должны сказать спасибо. I, as Ronsorg, committee chairman worldwide. Я, как председатель Всемирного комитета Рансоргов, я с огромным удовольствием говорю спасибо организаторам этой конвенции. This great convention, beautiful convention. Этой огромной, прекрасной конвенции. It was running very smooth. Она прошла очень гладко. Suddenly interpolations. Безо всякой интерполяции. Step after step. Шаг за шагом. High ARC. С высоким ROM. A lot of people. И с большим количеством людей. Let's make it every year bigger and bigger. Давайте сделаем так, чтобы она росла из года в год. Thanks to the organization committee of this. Большое спасибо Организационному комитету конвенции. Thank you. Спасибо.